Всего несколько слов. Татьяна Карелина 7. Одна из моих любимых мелодий «Падает снег». Возможно, потому что я люблю зиму. Люблю снег. Люблю, когда в воздухе кружатся снежинки, покрывая землю, дома, деревья, белым, пушистым ковром. Слова и музыку этой песни написал Сальвадори Адама. В том далеком 1963 году ему было 20 лет. Как рассказывал потом сам Адама, песня была написана по следам реальных событий. Он пришел на свидание, долго ждал девушку, было холодно, шел снег, а она так и не пришла. Он вернулся домой и написал песню, вложив и в слова, и в музыку свои искренние чувства. Думаю, что именно поэтому она до сих пор близка и понятна всем влюбленным. И тем, кто знает французский язык, и тем, кто говорит на других языках. Слушают и поют эту старую песню не только влюбленные, а все, кто любит хорошую музыку, потому что в ней живет душа певца. Песня известна во всем мире, ее пытались петь многие, но лично я считаю, что лучше автора ее не смог исполнить никто. Если вы никогда не слышали или хотите еще раз послушать «Падает снег», включите компьютер и польются волшебные звуки.